Брестья против! Брестья против! Москва против! Москва против! Сменить власть в Москве! Всем вместе вынести из Москвы этих реноваторов! Во главе с Собяниным, с Хуснуллиным и вместе со всеми их миньонами, чтобы они окончательно не сожрали Москву. Даешь реновацию власти! Даешь реновацию власти! Даешь реновацию власти! Чем больше люди разделены, тем легче их победить. То есть если каждый будет отдельно, мы тут пятиэтажки, а мы тут яблоко, а мы тут, значит, дальнобойщики, и это по отдельности все решается очень легко. В такого рода вопросах, наверное, имеет смысл объединяться. И, в принципе, не совсем не важно. То есть есть, конечно, организации, с которыми не будешь объединяться. Но некоторая политизация, конечно, во-первых, неизбежна, потому что политика, она на то и рассчитана, чтобы объединяться под какими-то лозунгами. Вот. А во-вторых, все равно это же политический вопрос, да? Поэтому это не избежать никак. Долой Путина! Долой Путина! Долой Путина! Путина в отставку! Путина в отставку! Долой Путина! Мне говорят часто, а что ты ходишь? Все равно ничего не изменится. Я говорю, даже среди своих побывать, и то вот глоток свежего. Конечно, конечно, конечно. Здесь, конечно, вот это все лидеры, да, люди с харизмой, да, они, да, конечно, должны быть вместе, а не делить. Да, да, да. Что им делить? Делить-то нечего. У нас все уже отобрали.